Доброе утро! Меня зовут Шакир Юлдашев. Готовим вкусные и полезные завтраки из того, что всегда можно найти под рукой. Сегодня приготовим зеленые тосты с авокадо и огурцом. Нам потребуется спелый авокадо, огурец, сливочный сыр, тостовый хлеб, орехи или семена. Начнем. Огурец нарежем колечками. Подсушим два тоста. Разрежем авокадо. Спелый авокадо можно вынимать с помощью ложки. Нарезаем авокадо полосками. Обжаренные тосты смазываем сливочным сыром. Не забываем авокадо полить небольшим количеством лимонного сока, чтобы он не потемнел. Теперь на сливочный сыр выкладываем, насыпаем немного семян орехов. Подсолнечное семечко и лепестки миндаля. Сделаем два разных сэндвича. И теперь кольца огурцов. Перекладываю тосты на тарелочку, украшаю зеленью, чтобы зеленый тост стал еще зеленее. Вы можете использовать листочки кинзы, петрушки, ну или на крайний случай укроп. Посыплю, пожалуй, семечками, орешками, пару капель оливкового масла, и сэндвич готов. Проснись! Тебя на кухне ждет зеленый сочный бутерброд. Приятного аппетита!